Все, конечно, познается в сравнении. Конечно, спросите людей, которые достигли какого-то положения в обществе, где бы они хотели, чтобы учились их дети. И большинство из них скажет, ну, конечно, лучше в Англии или в Швейцарии, еще лучше в Штатах. То есть деградация российской системы образования за последние 20 лет, она не прекращается. И иногда складывается впечатление, что какой-то заговор существует в высшем руководстве страны уничтожить образовательную систему в России. Именно по этой же причине абсолютно бессмысленные делаются реформы, которые не подкрепляются необходимым финансированием. Что делать? Ну, это очевидный вопрос, а что же делать, да? Ну, собственно говоря, надо вкладывать в будущее. Главное, что у нас есть, это наши люди. И главный потенциал, который Россия имеет, это отнюдь не нефть и газ, а это человеческие мозги, которые, к сожалению, бегут отсюда очень быстро. Поэтому вкладывать в образование надо. За счет чего? Что можно сократить? Ну, необходимо прекратить поддерживать международные бессмысленные проекты. Там Сирию, отстающие страны, выделять голодающим в Африке. Это все не нужно. Надо заботиться о собственном будущем, вкладывать в свое собственное население. Я думаю, денег хватит.